Николай Алексеевич Протасин, человек по-настоящему влюбленный в свое ремесло. И несмотря на все его регалии, он очень прост в общении и может часами рассказывать о белорусской народной игрушке из керамики. Как давно она появилась, чем славилась и как менялась на протяжении многих веков. Изменения, конечно же, произошли, но не кардинальные, что очень радует истинных ценителей народного творчества и, в первую очередь, самих мастеров. Керамика довольно такой вид искусства, трудный в отношении технологий, и не так много людей этим занимаются, редким видом. Хотя, конечно, он очень интересный, и тем более имеет такое историческое, большое прошлое культурное. Это большое наследие, и его надо продолжать, развивать, конечно. Разделяющих такую позицию в Беларуси немало, даже среди еще совсем молодых мастеров гончарного дела. И в наш город, в небезызвестную мастерскую «Скорбонка» Николай Протасини, они приехали со всей области получить мастер-класс от человека, чье творчество хорошо известно и за пределами страны. Большая удача. Хочу сказать, что это первая и единственная у нас студия Николая Алексеевича, является заслуженным коллективом Республики Беларусь. Других коллективов у нас в области таких нет. Поэтому мне просто хочется сказать большое спасибо и Центру детского творчества, руководству, вот, и Николаю Алексеевичу за то, что он решил, вот, не так часто бывают у нас совместные семинары с образованием, поэтому мы очень хорошо относимся вот ко всему этому и хотим сегодня научиться делать то, что делается в этом коллективе. При помощи металлической стыки, палочки и губки из такого куска глины и рождаются все эти свистульки, погремушки и другие сказочные персонажи, отвечающие лучшим канонам белорусских традиций. Секрет их обаяния очень прост. Тепло человеческих рук и частичка души, а еще трепетное отношение к наследию предков, а значит, белорусской игрушке жить и радовать своей незатейливой красотой.